обзор смонтированного ТП на 1,64 гигакалории. Давайте покажу вам, что у нас получилось. Вода течет. Но это не с нашей системы, а именно стен с плохой гидроизоляцией. Так, смотрим. Узел ввода. Это подача от центральной сети. Это обратка. Это подпитка из сети. Фильтры установлены. Расходомеры под коммерческий узел учета. 3 штуки. Соответственно, щит. Ну, его прикрыли. Водой пока не заливал. Косяк не наш. Косяк генподрядчика. Это линия ГВС-ная, теплообменник. Шеститрубный. Вводной щит с щитом автоматики. Освещение, щиток. Дальше. Это Сосвиловский 170-е. 2 штуки на вентиляцию. Тут теплообменник. Раз. Теплообменник на вентиляцию. Вот отопление. Тоже 2 виловских насоса. 1 теплообменник ридановский. Делаю поближе. Дальше. Система бассейнов. 2 теплообменника. Ну, это теплообменник отопления. Вон 2 гребенки. 1 подача. Вот эта подача. Это обратка. Вот подпиточная линия. Соленоидный клапан, сбросник. Такая вот увязка у нас получилась. Насос подпитки первый. Насос подпитки Грюнфус второй. И вон еще 1 виловский тоже подпиточный. Подпиточная линия. Насос номер 3. Так. Еще можно тут рассказать, показать. Вот так вроде все. Вот готовлюсь к промывке, опрессовке.